Под новогодние песни в дружном хороводе в селе Дмини состоялось открытие елки и дан старт праздничным мероприятиям. Праздничную программу подготовил отдел культуры администрации Цхинвальского района. Хореографический коллектив района и эстрадные исполнители подарили собравшимся незабываемый праздник. В торжественной церемонии открытия елки принял участие президент Алан Гаглоев. Глава государства обратился к присутствующим со словами поздравлений. Зрители увидели яркие выступления, а Дед Мороз и Снегурочка устроили хоровод, где каждый смог загадать самое заветное желание. Наступает Новый год, все об этом знают. Придет Дедушка Мороз, принесет подарки. Славный праздник Новый год будет самым ярким. В мероприятии участвовали юные артисты. Веселыми играми, песнями и танцами ребята встретили и символа наступающего года – дракона. Жителей Цхинвальского района с наступающим Новым годом поздравил заместитель министра культуры Кри Мамиев. В завершении торжества дети получили подарки от главы государства. Анжела Кукоева, Тамерлан Кусраев, Арнольд Харебов, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.